Друзья, всем привет! Очень рад видеть вас на своем канале. Я сегодня подготовил для вас классный видосик с фармом опыта, но сначала я вам напомню о том, что я стал партнером компании Epic Games, и вы можете меня поддержать. Заходите к себе в магазин предметов, внизу нажимаете «Поддержка автора», вводите мой код G-UP, нажимаете «Принять», и с этого момента с каждой потраченной вами 1000 V-баксов в магазине предметов я буду получать некоторые отчисления от компании Epic Games. Кстати, магазинчик обновился, обязательно заскочите, посмотрите, что здесь есть новенького. Итак, друзья, переходим в фарму опыта. Нажимаем выбор карты, код острова и вводим код 89 20 36 58 43 91. Нажимаем Enter. Выбрать. Здесь обязательно ставим частная игра и нажимаем играть. Так, карта загрузилась, друзья. Бежим вот сюда, вот получается, в правую сторону. Можем взять таранчик, можем взять бомбочки, шарики, что захотите. Вот здесь вот летим на платформу. Вот к этой центральной фиолетовой штуке. Только близко к ней не подходите, друзья. Она может вас оттолкнуть. Вот, подходим к ней вот так и делаем здесь любую эмоцию. А потом ищем вокруг, вот она, секретную кнопочку. Нажимаем эту секретную кнопочку, телепортируемся в другое пространство, где перед нами таймер в 900 секунд. Друзья, пока идет этот таймер, пока нам необходимо подождать его, я передаю вам всем привет от моего лягушонка Степана. И Степан, как обычно, по традиции, подготовил для вас классную рубрику, подборку лучших комментариев YouTube и TikTok. Внимание на экран. Первый комментарий из YouTube. Пишет его подписчик без никнейма, юзер U3GL, там и дальше. В общем, пишет он: офигеть, 500 тысяч опыта. Спасибо огромное. Мне очень нравятся твои видео, и только из-за твоих видео я прокачал свой боевой пропуск. В конце сердечко. Очень мило. Спасибо большое за такой отзыв, за такой комментарий. Мне очень приятно, что я кому-то помогаю, приношу пользу, что видео, которые я делаю, контент, который я делаю, имеют такую интересную характеристику: приносить пользу, а не просто развлекать. Следующий комментарий оставлен был на платформе TikTok. Пишет Nevels: вы очень добрый, я рад, что есть такие честные люди в комьюнити Fortnite. Nevels, спасибо большое, очень приятно слышать такие слова. И я тебе отвечу так: я очень рад, что меня окружают такие же честные люди. Добро порождает добро. Это очень круто. Я рад тому, что я двигаюсь в правильном направлении. Следующий комментарий. Так как вчера не было рубрики «Лучший комментарий» во вчерашнем видео, мы решили со Степаном добавить по два видео с YouTube и TikTok. Поэтому, внимание на экран, комментарий из TikTok. Пишет: мама, дай 100 рублей. Лучший человек, который дает множество карт на опыт и еще все это объясняет. И ниже... никто написал согласен. Спасибо большое, ребят. Для меня очень важна ваша оценка, для меня очень важны ваши комментарии, обратная связь. Я очень рад тому, что вы это делаете. И очень вам благодарен. Спасибо большое. И еще один комментарий, последний на сегодня. Оставил его на платформе YouTube Лезвие SO2. Пишет: привет, я смотрю тебя относительно недавно, но я успел нафармить 120 левел за первые 2 недели сезона. Спасибо большое, очень круто приходить на этот канал и наблюдать дружелюбную атмосферу, где все хорошо относятся друг к другу. Удачи, Лезвие. Спасибо, это еще один комментарий, который мне напоминает и подтверждает то, что я двигаюсь в правильном направлении, что контент этот заходит людям, что контент приятный, полезный. Спасибо большое, друзья. Огромное вам спасибо за комментарии, за лайки, за вашу поддержку. Все, ждем теперь таймер. Таймер закончился, вводим теперь сюда. Первая циферка у нас 9. Вторая цифра 4. Третья 8. И последняя пятерочка. Получается код 94485. Справа подтверждаем код. Есть. Нас переносят в другую локацию и сразу запускается буст к опыту. Так, мы с вами бежим сразу вот сюда вот внутрь, в мега-молл.
Справа вот здесь пробегаем. Поднимаемся вот здесь по левому эскалатору. Пробегаем вот сюда вот еще дальше. Поднимаемся по ступенечкам наверх. Открываем дверку, поворачиваем направо, поворачиваем сюда. Вот раз, на крышу запрыгнули. И вот здесь, возле этого гигантского помидора, нажимаем кнопочку XP. У нас активируется буст к опыту. Теперь забегаем снова внутрь. Опять вот сюда вот справа. Но запрыгиваем сюда прямо сверху на фонтанчик. Оп. И тут есть кнопочка XP еще одна. Нажимаем, активируем еще один буст к опыту. Теперь бежим снова в сторону этого здания, только оббегаем его с левой стороны, бежим вот к этому автобусу. Забегаем внутрь, и на руле есть кнопочка XP. Нажимаем эту кнопочку, активируем очередной буст к опыту, уже больше 30 тысяч. Бежим снова внутрь здания, опять поворачиваем направо, опять бежим вот сюда вот наверх на эскалатор. Потом пробегаем вот сюда вот дальше наверх на эту лестницу. И здесь поворачиваем после поднятия по лестнице направо, и в уголочке есть еще одна кнопочка. Нажимаем эту кнопочку. Так, друзья, теперь бежим справа, точнее, да, бежим вот сюда вот справа, оббегаем вот это здание. Можно вот так вот сделать. А, нельзя, не работает. Не работает. Ничего, короче, здесь не работает. Можно только бежать. Вот к этому грузовичку бежим. Бежим. Добегаем до грузовичка. Сзади есть кнопочка XP. Нажимаем эту кнопочку. Вуаля! Активировали еще буст опыта. Уже больше 100 тысяч опыта на этой карте нафармил. Забегаем теперь опять внутрь вот сюда вот. Подбегаем сюда, запрыгиваем наверх, подбегаем вот в этот уголочек, здесь делаем любую эмоцию, появляется кнопочка XP Fan. Прилетаем сюда, берем то, что нам нравится, оружие, нажимаем, выбираем его и фармим вот этих вот манекенов, либо вот этих вот животных. Кому что больше нравится. Можно курочек. Пока фармим, у нас апается левел, у нас поднимается уровень, и добываются монетки, которые мы сможем потом вот здесь потратить на опыт. Вот так, друзья, 200 тысяч опыта я смог нафармить на этой карте. Как говорят мои дети, легкочня, папа. Очень легко. Поэтому рекомендую всем пройти эту карту, пока ее не пофиксили, и забрать свой опыт. Все, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока, до завтра. Точнее, до сегодняшнего стрима. Пока.